В 2021 году сертификаты по губернаторской программе «Социальная ипотека» получили 110 учителей. Очередные 20 свидетельств педагогам вручила заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Коклюгина. Среди обладателей жилищных сертификатов трое молодых преподавателей из школ Одинцовского округа – Владислав Комышев, Екатерина Ильичева и Анастасия Кузнецова. По решению губернатора программа «Социальная ипотека» продлена на следующий год.